еще снимешь так хищника. Редчайшая птица сейчас. Парк Львов-Тайган — это вообще уникальное место. Тут можно проводить и для школьников уроки биологии. Раз в полгода могут себе позволить и школы, и родители, чтобы дети приехали и посмотрели, и заодно и поучились. Одно дело, когда ты изучаешь грифа и сипа по учебнику, и другое дело вот так, глядя на него в полуметре. О, лапище. Ну что, ребятки, вам тоже тут весело, правда?